бегал за вами. Да нет, нет. Да, вообще бояться, я вылез. Молодец, Рома, хорошо ездишь. Супер. Штурман, ты не уснул там? Да. Дети чувствуют себя комфортно, не парятся. Молодец, Ромка. Мой парень.
результаты нашего эксперимента. Да, мы сломали. Но я ж показываю. Едем? Едем. Едем. Не удалось засадить шерпа. Не знаю, что еще надо. Может, проткнуть колеса ему? Тогда он встанет. Миша, старый стал. А тут еще и запись идет. Конечно. Супер мега.
Рома живой, не? Рома со мной, да. Не, я говорю, он живой. Конец фильма. А еще эту технику можно использовать для спасения людей. Вот, кстати, случай. Человек ехал на скайте, у него ветра нету. А мы его сейчас подберем. До города 10 километров. Что ты, Рома? Он один здесь, в снегах. И здесь покороче, там же лежда. Сейчас мы вот заберем парня. Давай заберем доску его сначала. Вот он доску потерял там. Человек спрямлял через по протоке поехал, ведра здесь нету. Мы его нашли. Снимай, я доску заберу. В салон ее. На, сынок, туда ее. Положи на. Положи, Ром. Давай сзади, наверное, садись, я тебе открою. А товарищ-то где? Он поехал туда. Дальше, до стоянки, где все стоят. Он же оттуда уехал. Там еще один вперед пролез нас. А-а-а. А мы едем, я говорю, вот, блин, здесь раздолье на таких досках гонять. Ветер-то да, практически постоянно. Чересчур ветер сильный, просто сильный. А, сильно очень, да? Очень, да. Тяжело, да, наверное? Но завязаться вверх очень тяжело. Поэтому я не дожидался. Фунтик, пока силы хочется. Поехал обратно. Чай будешь? Я откажусь. Рома, термос где наш?